Друзья, привет, с вами как всегда JumboMax, и на днях мне пришла идея провести эксперимент с аккаунтом Xbox. Мне стало интересно, как поступит система наказаний, если на аккаунт будут поступать массово жалобы. Интересно стало, за сколько заблокируют аккаунт, как заблокируют и заблокируют ли его вообще. Идея возникла совсем внезапно, и просто захотелось узнать, можно ли заблокировать аккаунт какого-то человека путем массовых жалоб. Типа, парни, вот давайте заблочим вот этого человека. Самый сок эксперимента будет в том, что с аккаунта не будет делаться ничего плохого. То есть по факту на аккаунте даже не играли, но на него почему-то поступают жалобы. По факту эксперимент захотел провести, чтобы узнать, можно ли заблокировать аккаунт какого-то человека. Да, я знаю, что система наказаний в принципе работает. У кого-то блочит чат, у кого-то там блочит аккаунт, у кого-то и вовсе блочит консоль. Да, такие случаи тоже были. Давайте все-таки к подробностям эксперимента. Я предлагаю всем вам поучаствовать в этом эксперименте путем пожаловавшись на этот аккаунт. Если что, ник и ссылку на этот аккаунт я оставлю в описании и в комментариях, чтобы вы просто кликнули и пожаловались на него. Этот аккаунт не чей-то, я завел его сам лишь для того, чтобы посмотреть, что будет с аккаунтом. Поэтому, ребят, если вы хотите принять участие, то просто пожалуйтесь на этот аккаунт и укажите причине жалобы голосовое общение. Это очень важно, поэтому не перепутайте. Если вы это сделали, то есть пожаловались на этот аккаунт, то напишите в комментариях плюсик, что вы в принципе все сделали. Это нужно для того, чтобы хотя бы понимать, сколько человек пожаловалось на аккаунт. Также, если вам интересен этот эксперимент, вы хотите, чтобы он удался, то поделитесь этим видео со всем, с кем только можно, у кого есть аккаунт Xbox Live. И попросите пожаловаться на этот аккаунт, указав причины голосовое общение. Опять же, все те, кто сделают это, оставьте плюсик в комментариях, чтобы посмотреть, сколько народу это сделало. Людей для этого эксперимента нужно собрать как можно больше, чтобы был какой-то отклик. Если народу реально очень много пожалуется, то в принципе очень интересно, за сколько заблокируют аккаунт. И что подумает система, поскольку типа нарушений нет, этот аккаунт новый, но почему-то на него поступают жалобы. Где-то через неделю, а может быть и меньше, то я вам покажу статистику этого аккаунта. Там есть специальная статистика, где показывается, сколько пожаловались, на что пожаловались и твою репутацию. И покажу, собственно, что стало с аккаунтом. Если вдруг что-то не получится и система распознает, что жалобы фейковые, то мы поступим чуть-чуть другим путем. Но об этом я расскажу в одном из следующих видео. Поэтому, ребят, кто хочет поучаствовать в эксперименте, пожалуйтесь на данный аккаунт и напишите плюсик в комментариях. На этом у меня все. Пиши в комментариях, как тебе идея провести такой эксперимент, понравилось ли или нет. По мне, это интересная тема, посмотреть, насколько работает система нарушений. И возможно ли такое, что невинный человек может пострадать от массовых жалоб, просто так. Если нравится такая идея, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.